Привет, дорогие подписчики! Добро пожаловать на канал Ника. Я, как говорил, вот у нас наступил Новый год, и я снова записываю Майнкрафт. Я рад вас всех видеть и желаю всем приятного просмотра. Сейчас уже начнется игра, и мы сыграем Murder and Mystery. Вот так вот открывается у нас год на этом канале, на канале Ника. Кстати, у меня есть другой также канал, на который я больше видеороликов записываю. Там больше, на самом деле, стараюсь. В плане других игр, а в плане Майнкрафта я стараюсь тут. Вот, поэтому можете перейти на этот канал и на этом посидеть, если вдруг не знали еще об этом втором канале. Но на этом канале, на самом деле, актива уже поменьше будет, потому что я долго не записывал видеоролики. Собираем пока золото, я надеюсь, нас не найдет убийца. Если найдет, нам будет очень плохо, ребятки. О, боже мой, кто же тут ходит, это просто ужас. Кто, любой может быть, короче, убийцей, и мне сейчас просто дичайшим образом страшно, что меня он убьет. Ты кто такой, друг, ты кто такой, надеюсь, это не убийца. Прикольная, кстати, новогодняя шапочка. Вот, ну их слишком много, но где же убийца? Я невиновный же его, да? Детектив еще жив у нас, это прекрасно, что детектив жив, у него, значит, есть лук, и он может отомстить в любом случае этому убийце, кто бы им ни был. Но сейчас остается найти несколько золота, и мы сможем тоже уже отомстить ему. Невиновный Манка покинул игру, я думал, что убийца уже кого-то начал убивать, но пока он так себе живет. Прикольный, кстати, скин одного, я так понимаю, из спидстеров, типа, кто смотрел DC, aka Флэша. Тот понимает, что за костюм спидстеров. Вот. Пока мы продолжаем искать золото, наши тиммейты его все собирают. Просто нет возможности сейчас взять золото. Дед Мороз был убит. Невиновный Доктор Снейк был убит. Невиновный Сенсо был убит. Интересно, он уже всех убивает. О боже, мне уже страшно. Дед Мороз! Дед Мороз убийца! Вот это поворот, ребята. Вот это поворотище. Я вообще не мог подумать на Деда Мороза. Это оказалось фиаско. Ну, давайте сейчас сыграем одну карточку. Ребята, кстати, хочу сказать, что чем больше лайка будет под этим видеороликом, тем больше будет видеороликов самих на канале. И также важны комментарии. Не забывайте их тоже писать. Я просто буду смотреть на вашу отдачу. Чем будет лучше отдача, тем будет больше контента на канале. Вот, а мы играем уже новую карточку в Murder and Mystery. Боже, мне так страшно, что меня снова сольет какой-нибудь гребаный убийца. Пока у нас только 10-1 золотой слиток, это у меня просто... Что? В смысле? Он возле меня был? В смысле? Капец, ребята, там кто-то был убийца, короче, я смог сбежать, и меня это определенно радует, я не хочу умирать. Вот. О боже, Ханна Монтана, боже мой, этот убийца вчера распоясался, я вижу, нам нужно побыстрее собрать 10 слитков. И мы выиграли, прекрасно, ребят. Все на этом, вот, я просто хотел снять видеоролик по Майнкрафту. Я желаю всем хорошего дня, всем спасибо за просмотр, ребята, всем пока.